сейчас во многих средствах массовой информации, в соцсетях ведутся такие дискуссии, что, возможно, не нужно их трогать, пусть вот они лежат там, где они лежали. Но сам факт того, что 70% воинов поименных будет, и мне сказали вот перед началом мероприятия представители местной администрации, что все-таки будет табличка, где будут имена. И мы будем приходить сюда, наши дети, наши внуки, они будут знать историю, они будут знать эти имена и чтить память тех, кто отдал свою жизнь за свою родину.